Зараз я знаходжуся на Кастрычніцкай плошчы. Сёння 27 снежня. Ось. Ну, зараз 21 гадзіна. Ось гэта палац Республікі. Бачыце, ось які ён. Гэта палац Республікі. Ну, а ось яна і сама плошча. Кастрычніцкая. Новогодняя. Ну, такая ж, як і ў мінулым годзе у гэты час. Ось якая яна. Ёлка вельмі высокая. Ёлка такая ж па вышыні, як і палац Республікі. А вот она, елочка, ближняя, ее покажем. Зорочка. На елке зорочка. Ну, елочка штучная, нет. Не живая, а штучная. Вот. Ну, пройдем трохи далее. Ну, еще покажем. Вот. Аллея такая, да? Неких, ну это на древах вырешены гирлянды. Ну сегодня у нас довольно тепло для этой поры года. В день было 5 градусов тепла. Ну, ось, бачите, гэты шары, шар такі, які в прошлым годзе быў. Я не па гораду, іх цяпер багато, гэтых шаров. Ось. На площі їх два. Чуєте, я навіть почав кашляти. Уже рука замерзла. Держать гэтую камеру. Ну, я ще раз покажу. Ось написано: «З Новым годом і нараженням Христовым». Ось написано: «З Новым годом и нараженням Христовым». Вот в советский час это не было написано. Было б только с Новым годом. А так вот уже, уже и нараженням Христовым. Юра знает, мы работаем. Такий суд.
Ну и все, поеду я до дому, уже замерзает, починаю замерзать. Все, до побачения.